Здравствуйте, с вами Александр. В это чудесное солнечное утро мы с вами сегодня займемся посадкой магнолии. Она у меня не влезла в ложе для посадки любителей растений, любителей кислую почву. И поэтому для нее определил я место вот здесь вот. Место южное. Тут, конечно, всего уже насажено, но нашел я ей небольшой затишочек. В этом небольшом затишочке, вот где-то здесь, она и будет расти. Ну а сейчас я приступлю к подготовке посадочной ямы. Немножко расчищу площадочку, ну и сейчас вы все увидите. Посадочная яма выкопана. Почти все ингредиенты заготовлены, кроме дренажа. Сейчас я еще засыплю здесь все дренажом, кирпичами. Постараюсь побольше дюжие хрупкие корни у магнолии от любого соприкосновения ломаются. И так как они боятся кротов и всех прочих, вот сделаю небольшую защиту в виде камней. Битого кирпича у меня хватает, ну посмотрим, сколько его сюда натаскаю. Солнышко уже выходит и смалит вовсю, хоть и 8 утра, но уже жарит, лето начинается. Все ингредиенты доставлены к месту посадки. Все разложено. Также засыпан дренажный материал в посадочную яму. Состоит из битого кирпича, остатков газосиликата, немножко картона. Ну, в общем, сейчас будем заполнять нашу посадочную яму смесью грунтом. Итак, поехали! Первый мешок пригноя опада хвойного. Высыпали его, разравниваем лопатой. Разровняли лопатой. Теперь сейчас его будем уплотнять глиной, песочком. Тазик с глиной. Хватит пока его. Теперь пошел песочек. Тоже его пока хватит. Следом идет опилки, подстилка из курятника. Вот так они выглядят. Ой, ну, опилки, какашки, остатки травы. В общем, просыпаем ими свой. Хорош. В сторонку. Следом у нас опять мешок хвои. Мешок хвои готов. Также разравниваем. Разровняли, поровняли. Следом у нас опять будем по чуть-чуть глины. Немножко песочку. Немножко подстилки из курятника, которая добавит азота, которая она все-таки любит. Так, далее в нашей программе опять пошел хвойный опад. Мешок хвойного опада готов. Равняем его. Так. Разровняли. Лопату можно и прибрать в сторонку. Так. Опять немножко глинки. Глину просыпали. Глину в сторону. Следом пошел песочек. Песочком просыпали. Так, немножко пора и черноземчика замешать.
А то про него я и забыл. Разравниваем. Можно даже слегка сейчас перекопать. Вот таким вот образом подрыхлить. Заодно и протрамбуем и перемешаем. Сильно не будем. Легонечко. Следом опять мешок опилок. Ой, опилок, хвои перегноем. Опилки хвою путают. Огнетушитель и противогаз. Попавшееся железо, я думаю, тоже пригодится. Заложим его сюда. Очередной мешок хвои. Разравниваем. Фу, какая красота прочая. Так. Разровняли. Следом глинка. Глина закончилась. Берем следующее ведро. Глинка, глинка, глинка. Просыпаем глинкой. Хорош глинки. Пошел песочек. Остатки. Следующее ведро песка. Так. Очередное ведро песочка готово. Немножко это равняем, перемешиваем. Вот так вот замешали. Какая хорошая прям насыщенная смесь получается. Так, очередной крайний на сегодня. Это крайний мешок свои высыпаем. Так, мох в сторону пригодится. Разравниваем. В этот раз я чернозема земли практически не досыпаю, хоть она и любит щелочную немножко почву. Но черноземчиком я заделаюсь сверху. Да и сейчас несколько лопат кинем. Теперь его надо разровнять. Так. Немножко распушим кирпичики. Так. Следом у нас опять песок. Куриный подстилка, помет с опилками. Есть контакт. Фу. И сверху это все глина. Опять же немножко помешаем лопатой. Такая красота у нас получается. Здесь южная сторона. Какой подготовленный грунт. Я думаю, магнолия тут ломанет и в рост, и в цвет. И будет такая красота. Так. Мох в сторону. Закидал я оставшийся грунт посадочную яму. Сейчас перекопаем серединочку хорошенечко, чтобы достать нашу хвою, песочек, глинку и замешать все для нужной консистенции. Все один к одному, в общем, каждой части по одной. Вот такая ямка готова. Выкапываю в середине отверстие, эти углубления. Надавливаем на дно нашего горшка. Вот такие замечательные корни, опять же. Но они очень хрупкие. Очень-очень хрупкие. Надо с ними аккуратнее.
Так, вот это вот у нас южная сторона. Сажаю ее. Просто обсыпаю грунтом. На обед я поеду по делам в город. И там я заеду в лес и наберу еще несколько мешков фаи. И облагорожу уже до конца всю вот эту поляну. Съездил я в сосну за хвойным опадом. Сейчас быстренько его тут расцеплю. Первое. Второй. Пятый уже даже плохо влазит, но запихнем, залезет и никуда не денется. Так, 5 мешков засыпаны. Сейчас я это быстро дело все поровняю, подровняю. В принципе, вот такая вот красота. Зацепил я еще глининку такую из леса. Не знаю, видно, не видно. Первый раз такое растение, траву вижу, цветочек. Зацветет, посмотрю. А то люди все борются с бурьяном, а я издыса его наоборот привожу. Ну, немножко я не такой, как все. Ой. Немножко хайпа напоследок. Магнолию мы посадили, такую нашу красавицу. Вот она теперь будет расти, радовать меня, окружающих. Посадил я ее еще с той целью, что в конце апреля у моей жены день рождения. И я хочу, чтобы на ее день рождения всегда у нас в саду много было цветов. Я не люблю цветы голландские, эти розы, привезенные самолетами, на которых истрачено много денег. Вылета немерено химии, которая попала также в окружающую среду. В общем, не хочу я эту отраву оплачивать своим рублем, своей копейкой. Я лучше вложусь деньги в такой саженец. Вложусь в тот же бензин и привезу хвои из сосны, застелю и сделаю такую красоту. И эта красота будет радовать, созидать. Ой. Кто-то будет против, скажет, да, лучше груши, яблоки. А и скажут, особенно это те, у которых даже и груши, яблонь нету на участках, по 30-40 огороды, блин, осада вообще нету. Кроме картохи, кабачков и тык, вообще никаких культур не знают. В общем, люди, будьте более разнообразны, сажайте культуру, разные. Не будьте паразитами, будьте созидающими. А то вот сейчас все возомнили себя вершиной эволюции. Да мы не вершина эволюции, мы самый главный паразит планеты. И пора это менять. И переставать быть паразитами главными, уничтожающими все и вся вокруг, а начинать созидать. Да, наверное, 99,9% в прогрессе меня в этом не поддержат. Скажут, а, дурачок, крыша поехала, или еще чего-нибудь. Ой, ну, начнем с малого, с посадочек, с изучения материала. А еще, люди, развивайтесь, образовывайтесь. Каждые 5 лет, когда у вас накопится очередной багаж знаний, можете поменять свой взгляд на мир, оставаться всю жизнь в одном мнении. Как говорил Черчилль, тот, кто каждые 5 лет не меняет своего мнения, там дурак или дебил, оставим на подробности, чем на мелочи. Кто-то не хочет менять своего мнения всю жизнь, как ему с детства сказали, установки дали, пусть они рабские или неправильные, или еще какие, но они этих установок придерживаются всю жизнь. Есть малая доля процентов людей, которые изучают информацию, находят ее, отделяют зерна от плевел и понимают, что как раньше жить невозможно, и начинают что-то менять в своей жизни. Потихоньку, постепенно, не спеша. В общем, день за днем я вношу такие всякие нюансы в свою жизнь. Ой, все потихоньку, постепенно. Спешить тоже никуда не надо. Но лучше хотя бы
двигаться в правильном направлении малыми шагами, чем не двигаться в этом направлении вообще или идти в другую сторону. Так что, люди, созидайте, становитесь людьми, не будьте паразитами. Созидайте вот такую красоту. Не убивайте природу, не убивайте животных. И опять, не считайте себя вершиной эволюции. Мы вершина паразитической эволюции. И прошу вас перестать быть паразитами. Потому что на данный момент, и я тоже, я паразит. Да, я паразит в меньшей числе и в меньшей процентовке, но я такой же паразит. Я езжу на машине и там пользуюсь еще прочими делами. Я бы с радостью от той же машины отказался, ездил бы там на лошадке или пешком ходил бы, не суть разница. Ой, ладно, будем закругляться. Всем всего доброго, счастья, здоровья, долгих лет жизни. А долгие лета жизни опять вот не закруглился. При том образе жизни, который вы сейчас живете, долгих лет жизни у вас не будет, даже не надейтесь. Чтобы иметь долгие лета жизни, я сейчас желаю всем жить не до 100, а от 100. Есть таких примеров немало. Самый известный мне — это турчанка, которая в 1961 году умерла в возрасте 260 с чем-то лет. 200 с чем-то лет — совсем не предел для человека. Ну а сейчас до чего мы доросли? 20, 30, 40 лет — все вперед ногами. До пенсионного возраста никто не доживает. А если кто и доживает, то с таким багажом, что и жить не хочется. Я живу в счастье, в удовольствии. Собираюсь жить очень долго. Если, конечно, не погибну, потому что жизнь у меня очень интересная. И, в общем, жить-то хочется. Ну, а случится гибель. Ничего страшного, это не конец. В общем, опять не буду лишнего наговаривать. Всем всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока.